Дворец удовольствия, Джо, говорит Вита. Вита, почему ты не пришел вчера домой? Я с ума сходила. Мама? Я не знал, что ты знаешь номер Джо и откуда ты звонишь. Ты поговорил с мистером Папалардо насчет работы? Да, он сказал зайти сегодня. Надеюсь, он найдет мне что-нибудь. Хорошо, Вита. Удачи, бомбино мио. Ладно, пока, мама. Здрасте. А что, по радио ничего хорошего? Не лезь в чужие дела, пацан. Если не выключишь свою дрянь, я полицию вызову! Прикрой, тянет. Чё надо? Ну, я ищу мистера Папалардо. Да? Зачем? Меня зовут Вито Скалетто. Мой отец работал на него, а я ищу работу, вот и пришел сюда. Ты по адресу, красавчик. Федерико Папалардо к твоим услугам. Зови меня Дерек. А я помню твоего отца. Хороший мужик, но пил как рыба. Как он поживает, кстати? Он умер. А, ну, когда-нибудь все там будем. А, Стив? Да, Дерек. Так тебе нужна работа, да? Ну, тебе повезло. Тут товар привезли, надо грузить. Стив тебе все покажет. Теперь марш, мой стейк остывает. Пошли. Видишь ящики? Грузи в тот грузовик. Закончишь — получишь десятку. Потеряешь или сломаешь чего — получишь шиш. Начинай и не возись весь день. Ну, ты все? Да, я все. И десятку себе оставь. Я искал работу, а не куда продаться в рабство. Как скажешь, тогда катись отсюда к черту, чтоб больше я твою рожу тут не видел. Не волнуйся. Я раз в 100 больше заработаю в Барбаро Инкорпорейтед. Стой, ты сказал Барбаро? Джо Барбаро? Да, и что? Черт, знакомцы Джо не будут таскать ящики за 10 баксов. Колись, что ты затеял. Пошли со мной.
Теперь что? Парень ручной труд не любит. Какого хрена? Говорит, что знает Джо Барбара. Чушь. Кто захочет таскать ящики, если знает Джо? Попробуй-ка мне это объяснить, сынок. Выкладывай. Ну, мама просила меня поискать у вас честную работу, но мне нужны серьезные деньги, так что это не вариант. Чертовы бабы, все одинаковы. А, Стив? Да, Дерек. Не хочет, чтобы ты отирался с Джо, верно? Моя была такая же, и глянь, что из меня вышло. Глава профсоюза. Весь гребаный порт в кулаке держу. И как там Джо? По-моему, неплохо. Как вы познакомились? Ну, мы с детства дружим. Я только вернулся с фронта, и он меня поддерживает, пока я не встану на ноги. Слушай, ты пойми, человеку на моем месте нужна осторожность. Конечно. Значит, ты не против, если я позвоню Джо, а? Да пожалуйста. Куда я дел его номер? А, вот. Может, его дома нет? Было бы обидно. Хай, Джо. Это Дерек. Слушай, у меня тут один тип. Как тебя звать-то? Вито. Вито. Ищет работу, говорит, что он твой приятель. Добрый друг. Я просто хотел проверить. Ну да. Ну да, герой войны и все такое. Ладно, спасибо. Позже поговорим. Извини, проверить-то надо. Джо говорит, ты только что из Италии. Наверняка себя в обиду не дашь. Если хочешь настоящих денег, у меня как раз есть дело. Ребята здесь в порту должны платить каждый месяц парикмахеру, но половина чихать на него хотела. Надо, чтобы их кто-то расшевелил. Десятку срыло. А если им не нужна стрижка? Ну, тогда тебе придется их переубедить. Понял. А если кто-то поднимет шум? Тогда выбей из них дурь. Скажем так, проучить можно, но чтобы они могли после этого работать, понял? Потому Стив этим и не занимается. А, Стив? Да, босс. Собери не меньше 250 баксов и получишь полтинник. Просто за прогулку, свежий морской воздух и общение с людьми. Легкие деньги, а? Что скажешь? Да, уж это получше, чем таскать ящики. Ну ладно, приступай. Я собираю плату за услуги парикмахера. И что за игру ты тут затеял? Такую игру, когда ты деньги платишь и остаешься цел. Тебя что-то не устраивает? Меня ты не устраиваешь. Марш отсюда, пока перья не полетели. На, подавись. Рад, что ты решил одуматься. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Ах да, наверное, я забыл про деньги. В следующий раз не затягивай, ага. Спасибо. Так, Дерек собирает деньги за парикмахера. Конечно, вот. Я не хочу проблем. Не откладывай на последний день. Эй, приятель, Дерек собирает деньги за парикмахера. Слушай, кретин, я не в духе. Шел бы ты куда подальше, пока цел. Не выйдет. Дерек хочет денег. Дерек идет нахер. Что этот жилтрест мне сделает? Убьет? Эй, это ты сказал, не я. Ну так попробуй, ты, уродец. Ugh!
Так, у кого еще есть гребаные претензии насчет гребаной стрижки? Вот денежки, босс. Молодец. Вот твоя доля. Я видел, как ты била обработку. Ты хорош. Стив пробовал, но ему чуть задницу не надрали. А, Стив? Да, Дерек. Вот тебе сверху за Билла. Спасибо. Он меня уже так достал. А теперь вали, парень. Мне пора за работу. И передавай от меня привет матери. Скажи ей, что я взял тебя в помощники. Да, обязательно. До встречи. И Вита, чуть не забыл. Звонил Джо, сказал, что ждет тебя у Фредди. Вообще был. Я приехал сразу, как ты позвонил. Что происходит? Помнишь серьезных ребят, которых мы пацанами видели? Да, что? У нас стрелка с одним из них. Его зовут Генри Томасино. И, по-моему, дело будет серьезное. Чего, правда? Ну да. Хватит заниматься всякой ерундой. Пора провернуть настоящее с короля. Вот он идет. Смотри, чего не ляпни. Эй, Генри, как дела? Хай, Джо. Это он? Да, это Вита, мой старый друг. Рад познакомиться. Ручаешься? Как за себя самого. Доверяю полностью. Ну тогда слушай, у меня для вас есть одно дело. За хорошие деньги. Мне нужны талоны на бензин. Их сейчас выдают мало, и они в цене. Где их возьмем? В управлении по регулированию цен. Это же федеральное агентство. Не слишком рискованно? Что, слишком круто? Нет, нет, нет. Просто думаю, как нам это провернуть. Ну, это несложно. Ночью талоны хранят в сейфе, но ключи наверняка где-то неподалеку. У тебя там кто-то есть? Да, у одного из моих. Там сестра. Она нам поможет? Спроси ее сам. Ее зовут Мария Аньела. Вот вам адрес, скажи от меня. А с сейфом что делать, если ключей не будет? Ваша проблема. Сколько платишь? За талоны на 10 тысяч галлонов плачу 600 баксов. Ладно, мы в деле. Нет-нет, Вита пойдет один. На Джо у меня другие планы. Ну... Что скажешь, Вита? Конечно. Да, и пушку не забудь прихватить. Никогда не знаешь, как обернется. Лучше перебдеть. А копишь? Стоп. Это вам не винный магазин грабануть. Мне нужна чистая работа. Пришьешь кого, получишь треть. Копишь? Да, я понял. Нет проблем. Ладно, когда закончишь, приходи сюда за расчетом. Ладно, пока. Удачи, Вита. Да, в чем дело? Здравствуйте, мэм. Я от Генри Томасино.
Он сказал, что вы можете помочь мне с одной проблемкой в управлении по ценам. Да, я слышала. Что тебе от меня нужно? Мне надо туда попасть. Ладно, знаешь что? Моя сестра сейчас в больнице. Если подвезешь меня туда, я расскажу тебе все, что надо знать. Это напротив управления, так что тебе практически по пути. Да, без проблем. Ладно, поехали. И аккуратно за рулем, ладно? Знаю я, как водит нынешняя молодежь. Ладно, малыш. Тут на ночь запирают основательно, так что лучше иди с черного хода. А там что, открыто по ночам? Нет, зато подвальное окно всегда открыто. Лезешь через него. Тебе нужен сейф, да? Как вы догадались? Случайно. Он на верхнем этаже. Там же кабинет директора. В кабинете ключи. Ладно. Я залезаю в окно с черного хода и иду наверх в кабинет директора, так? Верно. И будь осторожен, по ночам там охрана. Не попадись им. Полегче, лихач, никуда моя сестра не денется. Ладно, высади меня вот тут, у больницы. Тебе прямо через дорогу. Спасибо, что подвез, малыш. Спасибо, Мария. До встречи. Я кроссворд решаю. Ах, малина. Пойду-ка сделаю обход. С катертью дорожка. Какие планы на выходные? Ну, посижу дома, посмотрю этот телевизор. Ты купил телевизор? А то! Мужик, он же как тачка стоит. Откуда столько денег? Лу, дядя Мэри, умер пару месяцев назад и оставил чуток денег. И ты купил себе на них телевизор.
Чем дальше, тем интереснее. Ну, она поехала к матери на север. Понятно. И как? Что ты смотрел на своем новомодном телевидении? Да больше мультики. Сейчас там мало что показывают из-за войны. Мультики. Столько денег угрохал на мультики. Не пойму. Продавец сказал, что после войны они будут еще показывать бейсбол и футбол. После дождичка в четверг. Слушай, я тут смотрел эти мультики и вот подумал. Ну-ну, вещай, Эйнштейн, послушай. Ну, слушай, что если... если управлять мультиком? В каком смысле? Ну, понимаешь, управлять. Управлять человечком на экране. Чтобы он бегал туда-сюда, водил машину, может, даже стрелял в кого-нибудь, во врагов. Ты что, клея нанюхался? Как это вообще возможно? Ну, над этим я еще не думал. Смотри. Так, вот кабинет директора. Здесь должен быть ключ. То есть, одна кнопка, чтобы идти, другая, чтобы стрелять, еще одна, чтобы... Ага, и это твоя великая идея, а, да? Вот ключ. Теперь нужно открыть сейф. Такого никогда не будет. Да ну, уверен, как... Конечно, сделают, когда люди на Луну слетают. Да-да. Ладно, я пока буду дальше кроссворд решать. Смотри, не поранься карандашиком. Thank you.
Ну, и как успехи? Раз плюнуть. С утра они будут в шоке. Хорошо. Вижу, Джо умеет выбирать. Хорошо. О, черт. Что не так? Еще как, мать твою, все не так. Ты припер талончики со сроком действия. Он истекает завтра. Ну и что это вообще значит? Значит, они нахрен никому не нужны будут. Хотя, постой. Если развести их по заправкам до полуночи, их можно проштамповать и погасить. Развести их по всем заправкам в городе. Тебе надо успеть до полуночи, или мы в заднице. Не продашь вовремя, не получишь ничего. Постой, мы так не договаривались. Ты ничего не сказал о сроке действия. Ну, дерьмо случается, да. Слушай, если ты это провернешь, я тебя не забуду. Так что бегом. Чем быстрее их свалишь, тем больше получишь. Пока, приятель. Эй, хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Эй, хочешь купить несколько талончиков? Конечно. Но это строго между нами, хорошо? Не вопрос. Сам только не болтай. Конечно. Меня устраивает. Эй, не интересуют лишние талончики? Конечно. Где ты их взял? Хотя, пожалуй, мне этого лучше не знать. Умница! А теперь гони наличность. Да, отлично. Надеюсь, я из-за тебя не вляпаюсь? Не переживай, просто не болтай лишнего. Thank you.
Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Слушай, у меня есть лишние талоны на бензин. Хочешь, они твои. Дешево. Да, отлично. Годится. Хорошо, держи. И никому не болтай об этом, усек? Ясное дело, приятель. Строго между нами. Смотри у меня. Эй, у меня тут пара лишних талончиков. Надо? Ну да, конечно, надо. Хорошо, держи. Деньги вперед. Да, конечно. Держи бабло. Спасибо, друг. И ты меня не видел. Ну все, это последнее. По крайней мере, заработал. Поеду обратно к Джо.
—